Е-е, всем привет, с вами канал DHP Games, с вами сейчас начинаем играть за Sunking City, или как правильно читается, Sinking City, что-то поющий город, или нет, Sinking, или плачущий город, хуй знает, как это переводится. Игра по вселенной Лавкрафта, в общем, давайте приступим. Я не помню, по-моему, я настроил графику. Так, давайте. Так, холодный прием, уважаемые сестры, как вы просили, я изучил вспышки истории и видений в городе Окмонте. Штат Массачусетс оказалось, что ваше предложение, вернее, такие случаи здесь действительно происходят гораздо чаще. Окмонт словно притягивает свои странные мужчины и женщины, которые представляют видение, похожее на ваше им чудесное тонущий город и присутствие чего-то великого и вненного. Ну, игра по зову Тулху, короче, сделана. Но вам повезло, кажется, мы нашли причину вашего недуга, а также человек, который может вам помочь. Собирайтесь, приезжайте в Окмонт, как только сможете. Встречу вас, помогу вам здесь сориентироваться. Искренне ваш Йоханссон Вандерберг. В Окмонте болтунов не любит. Так, нажимаем кнопку. Приступаем к игре. Ага. Так. Опять какой-то страшный сон. Я уже, значит, запускал эту игру. Проверял, короче, как вообще. Вроде открытый мир в ней. Расследование, головоломки. Так. Вот игра Зов Ктулху, вот Dark Corners of the Earth, вот как так называется. Ой, блядь. Укачало его, укачало. Приплыли. Угу. А, нет, у него сон до сих пор. На рифе, да, он застрял? А, нихуя, даже под водой. Даже так, так, вот огромная осьминожка у нас. Понимаю, что он говорит. Этот шепот. Вот напасть. Так, вот теперь мы точно приплыли. Ну смотрим, что, аптечка, кирпичи. Так, что у нас есть? Ой, блядь, на букву Е это бить? На букву В фонарик как взять? Пам-пам-пам, как взять-то? Я на левую кнопку мыши нажал, что дальше? Так, журнал карты навыка. Итоги разума, это не на настройки заходим, давайте. Настройки, так, игровой процесс, уровень сложности, я посмотрел видео, я хотел посмотреть, что у вас по видео. Окно во весь экран почему-то у меня, все на ультрах, все эпическое, а как качество? Выключена вертикальная синхронизация, нахуй, она не нужна, где этот? Нет его размытия, размытие вроде выключено, мне нету его здесь, в настройках. Так, как выйти отсюда? О. Надеюсь, он мне не понадобится. А, фига, озвучка даже. Но вообще. Что-то мне подсказывает, что зря надеюсь. Ну да, все, он взял его, красавчик. То есть, мышкой нажимаешь, и он открывает. Подожди. Зажали, что-то заныкали. Ага, хорошо. Не казуальная игра, не гринделка. Надо зажимать. Так, что у меня есть? Письмо, это я видел. Как мотать в сторону. Так, журнал медицинский, чтобы активировать, считаю, чтобы получить больше информации. Так, журнал, буква Т. Я нажимаю букву Т. Не понимаю нихуя. Разместить на карте. Карта. Карты нихуя у нас нету. Тут что у нас? Огромный спрут, который нам снился. Как его изучить? Во, так, что это значит? Хуй знает. Никаких подсказок, никакого обучения. Мне это не нравится. Никогда не верьте рекламе для туристов. Окмон. Монолит, National Park. Из Waiting for You. Он меня ждет. Хорошо. Фига, плакаты, кстати, классные. Прикольные такие. Чё, как этого хрена это, блядь, активировать? Чё это за знак вообще? Только в игре разума зацепок нет. Так. Не понимаю, как я его активировать. Так, все вроде взяли. Так, смотрим, где мы. Ну, на корабле. Давайте выйдем. Наверное, чувак, который нас ждет. Не понимаешь, но этот значок же что-то значит. Блять, я зажимаю, нихуя. Не
Нихуя же, нихуя. Вот на Q какое-то. У нас длинное зрение, типа того. Фонарик. Так, С, С. Сидеть, бегать мы, наверное, сможем. Да, пистолет хуй, не знаю, когда достать. Так, здорово, это наш, наверное, капитан. А теперь убирайтесь. Хуясь, он добрый, блядь. Мистер Чарльз Рид собственной персоной. Наконец-то. Очень рад вас видеть. Приятно познакомиться. Йоханнес Вандерберг к вашим услугам. Я же обещал встретить вас, как только вы прибудете. Весьма признателен, мистер Вандерберг. Простите, я не воспринял ваше обещание так буквально. Для вас просто Йоханнес. О, где же мои манеры? Добро пожаловать в славный город Окмунд. К сожалению, он сейчас переживает не лучшие времена, хотя и очень важные. Личный костюм, у вас, скажем. Очень эффектный костюм. Спасибо, мистер Рид. Потоп — это еще не повод, чтобы одеваться как попало. Вижу, вы любите желтый цвет. Да, это моя слабость. Личная причуда, если хотите. Виноватый же, разве нет? Насчет моей проблемы... Вы сказали, что знаете того, кто может мне помочь. Мои видения становятся все хуже. Здесь, в Окмонте, такие яркие видения в порядке вещей. Кстати, вам повезло. Я имел в виду Роберта Тредморта. А как он вообще узнал о его видениях? А он как раз в порту. Он посвятил много времени и не сил понял, изучению этого феномена, но, боюсь, сейчас у него проблемы посерьезнее. То пригласил нас к нему в город, чтобы помочь нам решить нашу проблему. А как он вообще об этой проблеме узнал? Как мне найти мистера Трогмортона? Не волнуйтесь, вы его сразу узнаете. Трогмортон, скажем так, не похож на других. Мне нужно где-то жить, пока я здесь. Может, посоветуете гостиницу? Не волнуйтесь, я уже приготовил вам уютное гнездышко. На ваше имя забронирован номер в гостинице «Риф Дьявола». Вот ключ. Звучит заманчиво. Не судите книгу по обложке, мистер Рид. На чем лучше передвигаться по Окмунту? Я хочу оставить вещи в гостинице. Местные в основном ходят пешком или ездят на лодках. Лодку я вам приготовил, вы найдете ее возле порта. Вы очень любезны, Йоханнес. А как мне доплыть до Рифа Дьявола? Вот, возьмите карту. Я отметил на ней гостиницу и еще несколько важных мест. Чем вы занимаетесь, мистер Вандерберг? Я возглавляю философский клуб, в котором собирается местная интеллигенция. Они слетаются ко мне, как мотыльки на пламя свечи. И много осталось в Окмонте любителей философии? Без боли нет сознания, мистер Рид. В тяжелые времена все становится кристально ясным. Еще несколько мест? Каких? Ну, вы ведь частный детектив. Я отметил полицейский участок, городской архив, редакцию газеты. Город отрезан от мира, и многое здесь не очевидно. Никто не будет водить вас за ручку, вы должны сами искать информацию. Что ж, пожалуй... Не за что, мистер Рид. Да, и еще... Об этом не беспокойтесь. Так, карта М, нажми Т, чтобы получить больше информации. Ага, вот этот знак вопроса, что значит? Бля, почему он не выделяется-то? Сука, он мне кораблю, ключевые улики. А здесь улики есть, так вот это улики есть, да? А как с ней, сука, работать-то? Нихуя не понимаю, настройки. Так, закрепить выбранную улику на экране. Х, давай, ходьба, бег, ага. Внутренний обзор, взаимодействовать. Зажать, забрать предмет, ага. У меня не работает, блядь, фокусировка на этой хуйне. Что за хуйня-то, блядь? Сука, сейчас весь корабль переебу нахуй. Он реально не берет его, какого хуя? Вообще ноль взаимодействия, не понимаю. Ключевые улики найдены, охуеть. В смысле найдены, блядь? Я эту рыбу не могу вообще никак тронуть, мне фотоаппарат не дали. Сделать фотографию, вот как сделать фотографию. Так, сделать фотографию. Как ее сделать? Хуя себе, вот спойлеры уже, блядь, пошли. Нихуя, это что за хуйня там, блядь? Ебать, мне с такой хуйней придется воевать? Пиздос.
Где фотография-то, блядь, навыки? Нет у меня очков навыков никаких. Обучение, так. Сделать фотографию? Ну как, блядь, я должен сделать фотографию? Как нахуй? Настройки, блядь, управление. А, во, предметы у меня, во. Во, блядь. Все, научился предметы менять вот так просто. Бля, патрон нету. Ебать, все, пистолет в руки нахуй, погнали, ёпта. Не, давай лучше с этим походим. Ну, получается, нам надо идти риф дьявола искать. Бля, порт прикольный, ладно. Все порты одинаковые, как будто с Assassin's Creed взяли. С третьей части. Мужик, ты как? Ну-ка, давай спросим у него, может, не побузать. Конец близок. Все начнется заново. Ага, то, хорошо. Что внизу, поднимется наверх. Так, не надо нам такого. Бля, прикольно, кстати. Ёб твою мать. Кто акулу, сука, бросил, непонятно. Им похавать что не надо. Так, здесь что происходит? Есть тоже какие-то улики. Это что? Где же твой Оберон, а, Титания? Титания, что такое Оберон? Мы можем это взять? Охуеть. От этого шлема у меня мурашки по коже. Да, с ним какая-то кровь. Что с ним произошло? Зря мы, наверное, сюда пошли, все. Так, надеюсь, что-нибудь найдет эту бумагу. Меня зовут Альберт Рогморт. Это моя последняя воля. Хочу предупредить вас, не погружать в глубины под Окмонтом. Там неразборчиво, лучше бы мы этого не делали. Нужно было все оставить по пещере. Профессор неразборчивая, боюсь того, что меня ждет. Он поет у меня в голове, прячет на веках. Каждый раз, как я закрываю глаза, неразборчиво. Цикл начинается снова. И снова. В конце придет он. Я должен предупредить всех, я должен сказать отцу. Неразборчиво, он уже здесь. Охуеть. Давай с людьми побазарим, где они вечер-то вот взяли. С тех пор, как инсмутцы стали тут рыбачить, я даже макрели не могу поймать. Бля, у вас там акула лежит вон. Ну что, чужак, нравится здесь? Да прикольно. Привыкайте. Теперь из Окмонта никому не в... О, знак вопроса, это мы типа изучили. А, все улики найдены, все, прикол, прикол. Сюда можно ползти на крышу, интересно, здесь хоть? Нельзя паркурить, ясно, ясно. Ну ладно, пойдем дальше тогда. Давайте, полицейская линия Down Cross. Кстати, не разобрался, в каком году это происходит, раз машина есть. Так, так, наверное, 20 век, это точно. Наверное, до Второй мировой войны. Я уверен, что до Второй мировой войны. Тут нельзя, да, переползать, а тут можно переползать, тут может переползать. Охуеть, и тут можно, а тут можно, а тут нельзя, блядь. Ладно, хорошо. Так, изучаем геймплейные особенности. Изучаем локу. Блядь, я забыл, что это, блядь, не гриндилка. Я что-то хожу, ищу. Все, ищу, ищу. Все на карте вон у меня показано, по сути. Мне никуда больше не кино. Так, здорово. Мне плевать на ваши жалкие отговорки. Никто не покинет порт, пока сильно, не найдется мой сын. Если бы он бороду еще не сбривал. Это мое последнее слово. И волосы застриг. Простите, вы Роберт Трогмортон? Да. Ну, он реально... Но вы мне не интересны. Нос не тот только, блядь. Уходите. Ладно, меня зовут Чарльз Рид. Я частный детектив, только что из Бостона. Мне посоветовали обратиться к вам за помощью. Частный детектив, говорите? Пожалуй, мы сможем помочь Трогмортону. Там чувак на Роберта Дауни-младшего, похоже, сзади стоит. Можно узнать, что случилось с вашим сыном? А вам какое дело? Почему вы спрашиваете, чужак? Я же говорил, что я частный детектив. Искать пропавших людей — это моя работа. А. Альберт участвовал в подводной экспедиции, которую я организовал. А этот никчемный идиот говорит, что нашел его в шлюпке на берегу. Это шлюпка, которую якобы мы нашли, он я понял. Был не в себе, бредил и нес чепуху на каком-то неизвестном языке. А потом попытался его укусить. А вы ему не верите? Ни единому слову. Я же сам его вырастил. Альберт — сильный и умный юноша. Великолепный представитель своего рода. Это совершенно на него не похоже. Здесь замешаны инсмутцы. Попомните мои слова. Я слышал, что с вами можно поговорить о видениях и вспышках истерии.
Я пытаюсь выяснить их причины. Ну вот, еще один приезжий со своими проблемами. Я знаю, о чем вы. Можно задать вам несколько вопросов? Какая наглость. Мы же не про свои проблемы сейчас говорим. У меня пропал сын, а в этом проклятом городе никто и пальцем не пошевелит. Да, конечно, давайте поговорим о ваших видениях. Как я понимаю, вы не очень-то любите инсмутцев. После того, как полиция сравняла Инсмут с землей, рыбомордые уроды перебрались сюда. И теперь эти мерзкие мигранты заполонили полгорода. Порт, Гримхейвен-Бэй, Салвейшн-Харбор, Шеллс — они повсюду. Значит, они просто беженцы. Если бы. Они оставили местных рыбаков без работы, буянят на улицах, настраивают горожан против нас. А ведь семья Трогмортонов — опора этого общества. Не говоря уже о том, что уровень преступности взлетел до небес. Инсмутцы — просто огромная, вонючая куча неприятностей. Не хочу показаться грубым, но я никогда не встречал человека, похожего на вас. Конечно. Обычные люди Трогмортонам не ровня. В наших жилах течет кровь благородных и сильных предков. Мой отец породнился с одной королевской семьей, которая наградила всех отпрысков своими утонченными чертами. Мистер Трогмортон, давайте я вам помогу. Я умею искать пропавших людей и найду Альберта. Не понял. Откуда такая уверенность? Где у него... В смысле, куда у него сын пропал? Бокманте приезжим приходится не сладко. Скажем так, я умею замечать то, чего другие не видят. И потом, что вы теряете? На вашем месте я бы обрадовался любой помощи. Вира, вы правы, приезжий. Простите, вы сказали «Вира»? Что это значит? Если хотите освоиться, привыкайте к местному диалекту, чужак. Это потрясающая смесь разных наречий. «Вира» значит «хорошо». Я имел в виду, что мы договорились. Ясно, спасибо. Расскажите подробнее, что случилось с Альбертом? Дейн, вы что, не слушали? Я уже все вам рассказал. Так, его нашли. Ну-ка, давай, да, повторяем. После того, как Альберт покинул экспедицию, его нашли в шлюпке на берегу. Так, рыбак якобы отнес его к себе домой, а потом пошел звать меня. Так все было. Но когда я пришел, моего сына уже нигде не было. Ясненько. Еще что-нибудь? В доме явно случилась беда. Перестаньте тянуть время. Идите туда и посмотрите сами. Блядь. Где дом, в котором все произошло? И вы еще называете себя детективом? Мы же стоим прямо это перед ним. Это грубо как-то, блядь. Та шлюпка, о которой вы говорили, еще здесь? Да. Повернитесь лицом к дому и слева увидите забор. За забором пляж. Так, у шлюпки мы уже были. Мы уже были у шлюпки... Нам туда идти не надо. Идем дальше. Я бы с удовольствием поболтал с вами еще, мистер Трогмортон, но мне пора заняться делом. Скорее найдите моего сына, чужак. Мы знаем, что они что-то выпустили из пещеры. Так, чертоги разума, заходим. Так, это что у нас? Забыл как. А вот, чертоги разума, это что? Чертоги разума, это тоже, как бы, блядь... База знаний. Так, это дом. Что еще здесь есть перед домом? Может, перед домом надо что-то посмотреть? Он же не мог просто так взять дом. Люди бы его кто-то видел по-любому. Так, это тоже дом какой-то. Там что у нас такое? Вон кто-то стоит. Он, не он. Присоединяйтесь, чужак. Славьте море вместе с нами. Так, он тоже ебанутый. Ясно. Бать. Нахуя они всех их ловят и потом, блядь, бросают вот так вот? Бля, убили осьминога. Бля, обидно. Жалко его. Хату не открыть, хорошо.
давайте зайдем в дом рыбака. О, кошечка. Бля, это не кошечка, да? Это кто нахуй? Это кошечка, а что с ними нахуй? Хули они как... Ебать, это что нахуй? Что с ними нахуй? Это он баганутый или он такой есть? Тут дверь хуй откроет. Так, блядь, не кошка, это крышка, крыса, кошка, жук нахуй. О, блядь, чё с ними нахуй? Что, блядь, с ней нахуй? И нахуй щупаль, совсем похуй то, что у вас, блядь, кошка ебанутая здесь ходит. Я думал, что это крыса? Это таракан нацепил на себе, блядь, кошку, блядь, сверху или что? Или таракан из кошки вылез? Что это, блядь, вот нахуй. Вам вообще всем похуй на это? Ну какого? Не делайте глупостей и держите руки на виду. Фонарик, так, смотрим. Ага. Ага, так. Книга попорчена сыростью, но раньше с ней явно обращались очень бережно. Это еще что за пиздец растет в доме? Шкафчики что? Ну-ка давай шкафчик зажимаем, обыщиваем. Обыскали, охуеть, спиздили, то есть. Вот здесь чувак и лежал, это, да? Это собачья подстилка чище хозяйской кровати. Ага, ну и ладно. Собака-то где? Пиздатая хата, нахуй. Ничего не сказать. Так, это кто, рыбина? Ой, кто-то, сука, за рыбой смотрит. Сам хозяин хаты, это он, наверное, да, на улице стоит? Блядь, тут кальмары везде, везде рыба, нахуй, пиздец. Сука, напугали черти. Ну посмотрим, что вы найдете. Ну посмотрим, что вы найдете. Здесь была яростная драка, и кто-то пытался сбежать. Так, он сбегает. Это кто нахуй? Эй, привет. Ты меня слышишь? Мне про драку ничего никто не говорит. Что вы... Кто? Полицейский? Я уже все рассказал. Успокойся, я Чарльз Рид, частный детектив. Меня нанял мистер Трогмортон, я ищу его сына. Ясно. Что вы хотите знать? Я хочу узнать, что здесь произошло, во всех подробностях. Я... Почти ничего не помню. Мы были здесь втроем. Я, Пол и Льюис, мы тут живем. Барри куда-то ушел по своим делам. А потом он вернулся с сыном Трогмортона. Тот был без сознания, едва дышал. Барри пошел звонить мистеру Роберту. А потом? Мы уложили парня в комнате Льюиса. И тут он стал издавать ужасные звуки. Кей, у меня голова чуть не лопнула. Потом он очнулся, и больше я ничего не помню, только видение. Затопленные улицы, спящий гигант, голос, который меня зовет. Это я подсел на игры, которые детективные всякие, Диско Элизиум, вот эту херню. Расскажи о себе. Еще одну игру скачал, меня зовут пока не снимал еще по ней. Я рыбачу. Shadow of Dope называется. Этот... Инсмутят с Льюис Флинн. Там еще процедурная регенерация в ней все херни. Мы жили тут все тоже вместе. Такие перебрались сюда после потопа. Я раньше работал на железке, но она приказала долго жить, и мне пришлось ловить рыбу, чтобы не умереть с голоду. А где все остальные? Пол вон там, на полу. Храни-ка его душу. Барри снаружи с мистером Трогмортоном. Ему повезло, что он все пропустил. А куда делись Льюис и младший Трогмортон, я не знаю. Боюсь, это все плохо кончится. Кто такой этот Кей, которого ты все время упоминаешь? Не богохульствуйте. Кей — это Господь Всемогущий. Наш свет и спасение. Прости, я не знал. Ты видел, как погиб Пол? Нет. Когда я пришел в себя, он уже был мертвый. Кей, помилуй его душу. Мне пора идти. Береги себя, Уилл. Детектив, пожалуйста, скажите мне правду, сэр. Пока не знаю, Уилл. Полиция не позволит никому войти или выйти, так что просто отдохни немного. Я боюсь того, что мне может присниться.
Моя голова! Голоса не замолкают! Снится, он не хочет сказать, да? Спросить мы... Чух-чух. Так, опять грабим, да? Так, этого что с тобой бедолагу стало? С трудом можно узнать. Его вот зверски избили. Опа-на, это что сейчас? Это что сейчас было? Опа-на. Этого бедолагу с трудом можно узнать. Его зверски избили. Что это за видение? Так, это места, которые можно взаимодействовать, а? Так, какой-то мясник был. Так, так. Нож. Никогда раньше не видел таких ножей. Искусная работа. Это мы его не будем, да? Никогда раньше не видел таких ножей. Все, положи. Искусная работа. Опа-на. Похоже, жители Окмонта не особо соблюдают сухой закон. Это что еще? Опа-на. Хригран! Хригран! Гебхай! Нунгы! Нафтагн! Так, это сын, которого мы ищем, я понял. Ретро-ко-ко-гницы. Хригран! Хригран! Гебхай! Нунгы! Нафтагн! Хуй пойми. Опа, очки нахуй. Это что, мне сюда войти надо? Ебать. Получай, обезьянья морда. Так, кто кого валит? Их дохуя здесь было людей. Так. Давай, беги! Кто бежит-то? Шкаф он оттолкнул и побежал, да? Так, с этим-то что было, чертом? Ну-ка, давай посмотрим, что с этим чертом. Так, здесь он встал, так. Еще какие-то типы, блядь. Что происходит? Так, а тот, которого вырубили? Так, посмотрим, что тут у нас. Нихуя непонятно. Получай. Один. Обезьянья морда. Два? В смысле, нет, это нихуя не два. Что происходит? Это один будет, нахуй, действие. Это второе действие. Получай. Третье. Давай, беги! А четвертое, когда где он? Когда Альдер Трогморта начнулся, он был не в себе. Он напал на рыбаков и заразил их своим безумием. Потом его ранили, и он сбежал. Все, что ли? Так, вот это что за чел? Так, чертоги разума заходим. Бля, чертоги разума, как зайти? Ага. Чё за странное название, чертоги разума, бля? Ну посмотрим, что вы найдете. Нужно постараться, чтобы сдвинуть этот шкаф с места. Не говоря уж о том, чтобы опрокинуть. Так. Этого бедолагу с трудом можно узнать. Его зверски избили. Странно, что они не повесили сюда чей-нибудь портрет. А что странного-то? Висит и висит. 5 карт для фулхауса не хватает. Что в чертогах разума? Что мне с ними делать? А, подожди. Льюис стрелял без предупреждения? Thank you.
Вася, ну, дальше что? Ага. Ага. Все, что ли? Я могу найти Альберта, да, это понятно. Ну-ка, давай с ним. Моя голова! Голова не замолкает. Все, еще улики здесь есть. Чух-чух. Так, смотрим. Буковка H, ладно, хуяж. Орлиное зрение, нахуя нам орлиное зрение, кстати? Блять, да, кстати, кого-то не хватает, я вам... Ну-ка еще раз. Может, с этим ножом что-то можно еще сделать? Может, тоже тут что-то откроется? Никогда раньше не видел. Хуя здесь не откроется. Похоже, жители Окмонта не особо соблюдают сухой закон. Странно, что они не повесили сюда чей-нибудь портрет. Так, что мы здесь еще ищем? А, во. А, во. Так, и что он тут перешел на спокойный шаг? Что происходит нам? Значит, рыбак погнался за Альбертом. Даже несколько раз выстрелил. Ага, так. Так это Альберт там, да, уморюсь? Это еще за псина нахуй. Что за глюканы у меня? А, нихуя. Даже раненый Альберт сумел забраться на такую высоту. Роберт не преувеличивал, когда говорил, что он очень силен. Какаш. Сюда нас привела. Так. Что это за дом у нас такой? Ебать. Склад, нахуй. Можно сохраниться как-нибудь? Сохранились. Ставим. Я не могу понять, почему у меня сюда дом, блядь, до сих пор, типа. Ключевые улики найдены. Все улики найдены. Почему он не горит-то, блядь, этим зеленым? Ладно, давайте пойду посмотрю, как это дом. Я не буду обследовать склад, пока этот не разберусь с этой хуйней. Ну-ка, давай ему расскажем, что случилось. Мистер, немедленно... Ох, бедный мой мальчик. Во что ты ввязался? Счастлив. Почему не все улики найдены? Я этого понять не могу. Еще залутались, охуеть. Книга попорчена сыростью, но раньше с ней явно обращались очень бережно. Это собачья подстилка чище хозяйской кровати. Да мы поняли, а где сама-то собака? Пяти карт для фулхауса не хватает. Чего еще ты тут не собрал? Нужно очень постараться, чтобы сдвинуть этот шкаф с места, не говоря уж о том, чтобы опрокинуть. Чух-чух. Опять нашли спирт и медалом. Никуда тут, блядь, бесконечно будут припасы лутаться, будут сюда бесконечно подходить.
Так вот как выглядят инсмутсы. Все, да? Все, вот, блядь, одной фотографии не хватало. Оп, нахуй, паркурчик. Хуя там кран стоит. Опа, на это еще что? Тоже залутались? Ебать, охуенно, везде лут. Все-таки гринделка, да, походу? Это мы уже склад надо изучать. Да, давайте, короче, тогда продолжим следующей серии, наверное. На этом давайте все. Поэтому спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, всем удачи, всем пока.